Как мне тебя представлять? Всем. Алена? Алена подруга. Ну, я буду говорить, что ты моя племянница. А ты говорил подруга. Вообще хотела поделиться с вами таким фактом интересным, о котором знают только самые близкие. А у меня аэрофобия. Она никак не проявляется в плане панички, но у меня безумное сердцебиение весь полет, а лететь на 8 часов. В мою позапрошлую поездку с подругой в Сочи мы очень сильно накидались в аэропорту, и мой пролет прошел максимально безболезненно, но на обратном пути она дала мне свой компьютер, наушники. У нее, по-моему, если я не ошибаюсь, был скачан один фильм. Сама она уснула, а фильм был про самолетокрушение. Мы только вышли из аэропорта, и я понимаю, что я вообще в каком-то другом мире. Я даже не понимаю, что происходит. Я очень много наслышана про разные страны, про разные культуры. Я слежу за многими людьми, которые часто путешествуют. Но когда ты приезжаешь и ощущаешь это лично, это что-то невероятное. И это мы еще не доехали до Ахангамы. А мы едем дальше. Мы едем в деревню, едем в тропики. И там, конечно, будет вообще потрясающе. Что хочу сказать для начала? Я знала, куда еду. Я знала, что здесь безумно жарко, но как будто бы, привыкнув к климату в Москве, я все равно взяла очень много ненужных вещей, которые вообще мне здесь не понадобятся. Тут даже вот, например, я в велосипедках, и я понимаю то, что они даже плотные. И тут нужны просто вещи, которые из суперлегкой ткани, которые вот на тебя сядут, и ты даже не почувствуешь этого. Поэтому 100% я очень много из чемодана не надену вещей. А еще один моментик, поняла, что здесь вообще не нужны украшения. Я очень много взяла украшений разных, красивых, для фото, ну, чтобы, естественно, сходить куда-то вечером. Но я понимаю, что даже вечером, даже в какой-то клубешник, все равно, как будто бы от этого будет очень сильно некомфортно. Вот, Шри-Ланка — это то место, где нужно полностью расслабиться и быть собой. И мне здесь очень сильно нравится. Я когда ехала, я не представляла вообще, я думала, это сон, я еще спала. И я думаю, да не, я сейчас, вот сейчас я уже точно проснусь в своей комнате в Москве, я не верю. Тут абсолютно другие люди, они абсолютно по-другому выглядят, они абсолютно по-другому тебе улыбаются, они хотя бы как минимум тебе улыбаются. Так что я сейчас надеваю купальник, ой, и мы бежим к Индийскому океану. Пока! Like a match can spark a flame, you start a fire inside my veins. Somehow with you I don't feel alone. You'll always be my home. Так, думаю, вам не видно, что я сегодня очень хорошо позагорала. Мы сейчас поедем в центр, наконец-то, за симкой, для того, чтобы у меня работал интернет хорошо. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. Я пришла покушать местное заведение. Сейчас будут готовить для меня одной, потому что я здесь одна. А здесь все как-то очень по-уютному. Не страшно оставить сумку на море и куда-то уйти далеко по берегу гулять. Не страшно, что у тебя что-либо украдут, потому что, мне кажется, здесь это вообще не принято. Да нигде это не принято, но не развито, так скажем. Чтобы еще такого рассказать. Порции здесь тоже вообще гигантские. Тут за 450 рублей тебя накормят, мама, не горюй. А еще мы купили симку. И теперь я могу целый месяц пользоваться интернетом. На русские деньги, если переводить, это около 800 рублей вышло. Thank you so much. Thank you.
Как будет по-английски зарядка и ножницы? Hi, two questions. Charging and season. Power bank. No, charging. Mm-hmm. And season. Try it. Не переживай. Эй, Мартюша, мы подрезаем платье, потому что мы обгорели. Давай еще сюда. Все, еще так. Так даже лучше. Прямое включение. Мы не спавшие, не жравшие. Ладно. Первый день. Не, не первый. Я очень-очень сильно обгорела вчера. У меня все красное. Я еле надела футболочку, купальник. Это намного сложнее дается, чем я думала. Так, я уже в номере. У меня сегодня был первый день серфинга. Я безумно рада. Это какое-то новое, вообще нереально классное увлечение. Я жутко обгорела, как можно заметить. И я именно тот самый человек, который всегда лежит до талого на солнце и никогда не обгорает. То есть я постоянно мажусь маслами, я не пользуюсь защитой. И то есть у меня кожа, привыкшая к загару. Но здесь, конечно, я не учла момент, что мы прямо на экваторе находимся. Здесь солнце ниже, вот, оно более ярче, естественно. И вот вчера стоило мне немножечко позагорать, как я вся красная. Естественно, сегодня было немножечко некомфортно надевать именно вещи для серфинга, потому что в купальнике толком не посерфишь, все слетает, поэтому нужно надевать специальную одежду. Поэтому я провела в воде только 20 минут, но за эти 20 минут я встала 2 раза, и я считаю, что я умничка, молодец. Вообще, давайте вам расскажу, как я вообще приехала на Шри-Ланку, из-за чего, что меня сподвигло на эту. Короче, изначально моя тетя слетала на Шри-Ланку с подругами, и одна из ее подруг отучилась здесь на серфера, прошла курс и теперь может обучать серфингу. И когда я об этом узнала, я говорю: о, очень классно, я пробовала вейксерф. Это когда на канате привязывается к яхте доска, и ты, получается, хватаешься, едешь, и потом через какой-то определенный период времени отпускаешь эту веревку и едешь сам. И как раз таки я сказала тете о том, что мне очень понравилось заниматься этим вейксерфом. Она говорит: так езжай в январе, а как раз с Аленой. И я безумно загорелась этой идеей, поэтому с завтрашнего дня, точнее уже с сегодняшнего, у нас начинается ежедневный серфинг каждое утро. Мы просыпаемся в 6:30 утра. Конечно, нам пока что еще этого не удалось, но мы поставили эту цель. Поэтому я думаю, то, что все будет гуд, нужно главное акклиматизироваться и привыкнуть к этому режиму, потому что я все равно пока ложусь очень поздно по Москве. Ну, понятно, здесь всего лишь 3-й день. Думаю, что скоро все придет в норму. И да, такой у нас будет распорядок дня, что в 6:30 мы встаем, у нас серфинг, потом мы идем завтракать в номер, в отель. Дальше какие-то определенные планы днем, но днем вообще жуткий солнцепек. Я думаю, то, что редко я теперь буду приходить на пляж конкретно загорать, потому что хочешь или не хочешь, ты в любом случае здесь загоришь, и очень быстро. Здесь не обязательно целенаправленно лежать, как я лежала там в Сочи, в Крыму. Да, пока что мой кругозор останавливается на России. Ну, в Турции тоже самое. И здесь ты в любом случае получишь очень красивый, коричневый, классный загар. И тебе не обязательно лежать, как курочка-гриль, и вот нагреваться на солнце. Поэтому вот здесь мне из-за этого и нравится. То, что здесь так все по
Здесь как-то все по-спокойному. Не нужно себя никого строить. Всю косметику, которую я взяла, я не буду ей пользоваться. Здесь намного красивее выглядит естественный загар без тонны косметики. Да даже без... Я вот даже гелем не укладываю брови. Здесь это не нужно. Никакие украшения. Максимум надеть какие-то красивые сережки на вечер и все. Потому что в любом случае с кучей украшений тебе неудобно. Это выглядит неестественно. Нет, есть очень красивые девушки, кстати, подмечала такой момент, что они надевают очень много красивых браслетов на руку. Это тоже выглядит эстетично, но, опять же, только вечером. Поэтому я говорю, еще раз повторюсь, пол чемодана, которую я взяла, я не буду носить. Но меня тоже можно понять, я первый раз, мне простительно. Поэтому, да, я очень надеюсь, что я постаралась максимально передать вам ту атмосферу, которую я чувствую. Думаю, то, что я очень быстро выложу первую часть. Возможно, это и будет первая часть, так как мне хочется уже поскорее вам все это передать. И я знаю, то, что вы ждали этот влог, и вот вы его получили, вот вы его смотрите. Если вы это смотрите, то я в шоке, как у меня быстро, конечно, воплощаются мечты, потому что вот как раз-таки в декабре загорелась тем, чтобы купить камеру, чтобы уехать, чтобы быть блогером-путешественником, и думала, что для меня это как-то будет немножечко тяжеловато, и как по щелчку пальца вы это смотрите. Ну ладно, все, я всех очень целую, всех обнимаю, я пошла отдыхать и монтировать влог. Que voy a hacer, que no sepa, que voy a hacer, que no sepa.